последнее время, наверное. Опять же, я говорю и всегда вам повторяю, что вы можете брать абсолютно разные цвета, не обязательно повторять тот цвет, который я беру. Значит, давайте возьмем с вами синего цвета, с краю сделаем, по краям, вот так вот здесь, по кругу, вот так, как будто бы ведем, вот такой большой-большой овал рисуем. Так, здесь мы внизу закрашиваем. Большой такой круг и вокруг закрашиваем синим. Так, большой кисточкой. Если у вас средняя кисточка, вы просто останавливаете видео и закрашиваете до тех пор, пока у вас не получится вот такой вот овал. Потом я беру на эту же кисточку, вот видите, на эту же кисточку, просто немножечко водички. Здесь у меня белая краска, помните, мы грунтовочку делали. И мы эту белую краску с вот тем, что осталось на кисточке, вот, просто тоже как будто бы красим водичкой. Видите, оно получается посветлее. Вот. Теперь я беру совсем немножечко белой красочки в эту же кисточку. Добавляю чуть-чуть белой красочки. Вот, и получается еще посветлее. А посерединке мы оставляем белый круг. Вот, и теперь этой кисточкой как бы смазываем. Видите, у нас получилось. Постарайтесь, чтобы кружочек вот этот был ровненький. Можете даже положить, например, вот крышечку какую-то обвести, чтобы ровненький был кружочек. Это будет луна у нас. Красивая вот такая. Хотите сделать побольше, хотите сделать поменьше. Вот. Так. Теперь мы с вами сделаем сразу же, пока вот у нас оно еще как бы влажненькое такое, возьмем нашу кисточку, которой мы делаем листочки, такую вот щетиночку, положим на крышечку белой красочки или на палитрочку, как вам удобно. Так. Теперь этой кисточкой сухой берем эту красочку. Так. Такой сделайте. Вот видите, она немножко вот такая вот не сухая. Она вот не течет, но она мокрая краска. И потом берем сухую какую-то кисточку и вот эту кисточку нашу стучим по ней. Ой, вот, чтобы у нас получились звездочки. Можно этой кисточкой, можно вот так пальчиком делать. Вот, смотрите, получается много-много звезд, а может быть даже это не звезды, а даже это снежок идет. Вот. Так. Теперь большой кисточкой вот этой мы берем опять белую красочку, немножко белой красочки, немножко макаем водичку, и вот здесь вот внизу, вот здесь где у нас, мы сделаем землю. Земля – это не вода, она может быть, вот, нарисовать можно склон, вот, видите, можно прямо нарисовать, можно вот так вот даже показать, что там уходит куда-то
склон какой-то. Вот. Если не нравится вам, можно просто вот взять опять белую краску и просто все закрасить, сделать. Почему белую? Потому что на улице у нас снег. Поэтому мы с вами белый разводим. У нас с фиолетовым, видите, он с синим сочетается, и получаются такие, видно, что снег лежит. Вот. Так, теперь вот здесь берем среднюю кисточку, любую, ну, это тонкая, возьмем чуть-чуть побольше кисточку. Вот такую вот средненькую. Так, теперь я беру на палитрочку, на крышечку, я на крышечке, помните, да, я рисую на крышечке, выберите ли пластмассовую тарелочку, или палитрочку, или, короче, все подойдет, вот у меня просто прозрачная, можно просто на какую-то досточку постелить пищевую пленку, это тоже будет палитра. Я беру зеленую красочку. И смотрите, мы сейчас с вами научимся очень легко делать елочку. Смотрите, мы с вами проводим вот такую палочку. Потом на палочке проводим вот так палочку и чуть ниже. Вот видите, у нас получились три вот таких палочки. Теперь мы кисточку держим вот вертикально, не вот так, не лежа, а вот прям вот так вот вертикально, видите? То есть она у меня вот, как будто бы я не вот так вот держу, как ручку, а вот чтобы кисточка у меня была волосиками, прям я буду вот кончиком волосиков набивать, смотрите, что я делаю. Вот я стучу по моей... ниже вот этих палочек. Вот я простучала, да, и теперь я вниз вот так как будто бы делаю. Вот видите, палочку так постучала, палочку так постучала. Теперь вот так опять стучу. И не бойтесь, что где-то будет уже, где-то будет шире. Ничего страшного, это там веточки как будто бы у елочки. Вот, мы просто стучим вот так кисточкой, набиваем. Просто стучим. Тук-тук-тук. Вот прям про себя повторяйте. Тук-тук-тук. Вот, видите? Настучали одну елочку. Теперь с этой стороны можно в этот зеленый добавить немножко, например, голубенького. Будет другого цвета елочка. Вот, добавили голубенького сюда. И то же самое. Точно так же учимся рисовать елочку. Палочка. Палочка. Еще ниже одна палочка. И теперь стучу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Видите, она вот в виде как будто бы треугольничка. Елочка. Так. Теперь я кисточку мою. Вытираю. Беру беленького, беру немножечко, совсем капелечку голубенького, совсем капулечку, чтобы получился вот такой голубенький цвет. Вот, смотрите. И голубеньким цветом я сверху зеленого, вот, сверху зеленого, тоже стучу тук-тук-тук, тук-тук-тук, сверху зеленого, видите, там, где у меня осталось место, я сверху набиваю голубеньким. И здесь то же самое. Прямо сверху, вот где у нас над зелененьким, чтобы зелененькое у нас тоже было видно. Над зелененьким я делаю голубым. Вот, прямо над зелененьким. Теперь я опять кисточку мою, вытираю и беру уже просто беленький цвет. Беленький цвет. И беленьким цветом над голубеньким. Вот прямо над голубеньким делаю беленького.
И больше, чтобы его было. И тоже стучу, видите, я стучу. Я не просто рисую, а стучу. И больше с этой стороны, где моя луна. Потому что луна светит на снежок. Это снежок у нас вот такой будет на елочке. С этой стороны чуть поменьше он виден. А вот с этой стороны побольше. Вот. И вторую елочку наоборот. Вторую елочку у нас, вторая елочка здесь будет. Снежок поменьше, а здесь побольше виден. Потому что луна светит на снежок, и с этой стороны снежок больше у нас освещается. Вот, над голубеньким. А здесь чуть-чуть совсем. Кое-где. Вот какие у нас елочки получились. Смотрите. Теперь, и так как у нас луна вот здесь, нам нужно от елочек сюда в эту сторону и сюда в эту сторону сделать чуть-чуть тенечек. Я вот этой белой красочкой, смотрите, набираю синенького. Вот. Чтобы он был чуть-чуть темнее, чем вот этот у нас, там, где снежок лежит. Не сильно темный, с беленьким развожу. И смотрите, я под елочкой, вот в эту вот сторону от луны, вот как будто бы луна светит на елочку, и в эту сторону, вот видите, такими вот тоже штрихами, чтобы было видно, вот елочка, треугольничек упал у меня. А вот от этой елочки сюда будет. Здесь вот он потемнее, прям под елочку. А сюда вот будет вот так вот расходиться тенечек. Вот сюда светит у нас луна. И ушла тень сюда. Вот. Сейчас я подвину. Вот, чтобы вам видно было. Вот. Так. Может быть, это даже у нас не вечер никакой, ой, не ночь, а просто вечерок, да, уже солнышко или луна взошла и вот так, так ярко светит. Теперь я беру маленькую кисточку, беру маленькой кисточкой оранжевую красочку, так. И вот здесь вот посерединочке я рисую кружочек и закрашиваю его. Старайтесь поменьше воды брать, но на кисточку красочки не сильно много, чтобы она вот рисовала и как бы и сразу высыхала. Не макайте кисточку аж вот сюда, вот волосики только макайте кисточки. Так, сделали кружочек. На кружочке сделали два треугольничка. Один и второй. Вот такие длинненькие треугольнички. Теперь под нашим кружочком, вот здесь вот, мы с вами рисуем вот такой вот овальчик. Не кружочек, а овальчик. И тоже его закрашиваем. Так, теперь возле овальчика, вот где-то посерединке можно вот так вот здесь вот дорисуем вот такие вот штучки. Вот так раз. И тоже их закрасим. Так. Так, а теперь мы с вами сделаем, смотрите, вот отсюда вот, вот так проводим, здесь делаем вот так и закрашиваем хвостик вот такой. Можно в ту сторону, можно в ту сторону, как хотите. Так. Такой вот
Пушистенький, красивенький. Кто у нас получился? Лисичка у нас получилась. Сидит, смотрит на луну. Теперь берем белую красочку. Вот белую красочку. Вот так покрутили кисточку. И беленькой красочкой аккуратно-аккуратно кончиком кисточки лисичку нашу обвели. Потому что светит луна, и наша лисичка имеет отблески такие. Вот ножки у нее здесь. Она лапки сложила, сидит вот так вот. Так, здесь бочок чуть-чуть. Хвостик беленький. Так. И сам хвостик тоже светится у нее. Так. И теперь то же самое от лисички. У нас будет под лисичкой, и от нее вот сюда вот будет тенечек падать. Вот прям под лисичку. Вот прям вот сделайте вот так вот. И потом таким по снежочку сделаем тенечек. Вот и все, вот и весь рисуночек. Смотрите, очень просто, очень быстро, очень легко. Я думаю, что детки все смогут это быстро нарисовать. Вот такой у нас получился сегодня рисуночек. Все, жду ваших рисунков. Я думаю, у всех все получится.